Отправить медведя с аэродрома оказалось не так просто. То в Самаре нелетная погода, то база дальней авиации в Энгельсе не принимала из-за снега и тумана. Да и к самому заказу на авиакоре отнеслись с особым рачением. Стратегический бомбардировщик Ту-95. До 92 года на предприятии собирали эти машины, а медведями их прозвали летчики в разных странах мира за силу и грозный рев мотора. И вот через годы самолет вернулся на капитальный ремонт и переоснащение. Всего 3 месяца провел летающий медведь на своем родном заводе. Здесь были проведены работы по установке дополнительного оборудования. И вот предполетная подготовка. Сегодня Ту-95 производства Куйбышевского авиационного завода выходит на боевое дежурство. Это первый самолет, который прилетел в Самару спустя 1/4 века после того, как их производство было остановлено. Реновацию машины проводили вместе с военными специалистами из Энгельса. За это боевой экипаж наградили благодарственными письмами. А в заводском цехе уже стоит 2-й крылатый медведь. Скоро он тоже покинет предприятие, став сильнее и маневреннее. Сколько всего машин пройдет ремонт и доработку, на заводе сейчас не говорят. Но ясно, что счет идет на десятки. Программа пока у нас не до конца утверждена, но до конца года мы должны сдать еще одну машину. В последующем будем смотреть, как будет подписан главный контракт с Министерством обороны. Элегантно и уверенно медведь отрывается от взлетно-посадочной полосы, отправляясь патрулировать небо и оставаясь гарантом мира и безопасности во всем мире. Олег Зверев, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События.